рассказал Холодницкий и о судьбе представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Повторные ходатайства на парламентариев Евгения Дейдея от Народного фронта и радикала Андрея Лозового уже находятся в Генеральной прокуратуре, утверждает Холодницкий. Вчора було підписано документи, я знову направив відповідні подання до Генерального прокурора. Це і Лозового, і Дейдея? Так. Если эти представления действительно будут согласованы и подписаны генпрокурором, то, возможно, уже на следующей неделе, а на парламентской, документы появятся в Раде. Потом по регламенту рассмотрение в профильном комитете и голосование в зале. Напомню, радикала Лозового подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. Есть вопросы у антикоррупционеров и к его шефу, лидеру радикальной партии Олегу Лешко. Откуда у него и гражданской жены появились 20 миллионов гривен на покупку элитной недвижимости, в частности, вот этого особняка площадью 550 квадратных метров под Киевом. Ведь никто из радикальной четы никогда не владел бизнесом. Ранее парламентские коллеги Лешко обвинили его, я напомню, и его однопартийцев в торговле голосами.